на протяжении всей игры считаю, что мы были чуть-чуть лучше «Динамо», мы держали игру под контролем. Наверное, мы были ближе для того, чтобы выжать какой-то момент. Ну, так бывает, когда ты чуть-чуть лучше соперника, ты можешь проиграть, если ты не можешь выжать какой-то момент или дожать соперника. Структурно хорошо действовали, мы знали, как «Динамо» прессингует, мы знали, что делать нам в этом случае. Единственное, что нам не хватало всегда одного игрока в глубину атаки для того, чтобы лучше подходить к воротам «Динамо». Третье поражение подряд, если считать кубок без забитых мячей. Такое впечатление, что все забитые мячи, острые моменты остались в игре против нижегородского клуба. Прокомментируйте как-то, пожалуйста, отсутствие результативности на протяжении уже такого длительного времени. Ну, понимаете, когда ты имеешь такую серию, да, всегда очень легко забыть о том, что хорошего сделано. То есть очень быстро все забывается. То есть и то, что ты хорошо, в принципе, играешь в атаке, то, что ты создаешь какие-то моменты, да, то, что, наверное, ты не заслуживаешь того, чтобы проиграть, и в том числе из-за судейских ошибок, которых против нас уже немало. Ну, мы получаем такую серию, какая у нас на данный момент есть. Ну, это тест на зрелость команды, то есть как справиться с трудностями. Кажется, что в последних матчах команда очень часто в атаке сбивается на индивидуальные действия. И кажется, что есть соперничество между игроками, и от этого страдает комбинационная игра, и люди перетягивают на себя одеяло. Согласны ли вы с этим? Ну, нет, все-таки не могу сказать, что так есть у нас. Мы все-таки действуем достаточно хорошо командно. Но дело, что, конечно, когда ты имеешь такую группу атаки, они имеют право принимать какие-то решения, исходя из того, как они видят игровую ситуацию. Но я не вижу то, что мы как-то тянем на себя одеяло. У меня Радченко Кирилл, спор день за днем. Вопрос, как команда проведет паузы на игры сборных? Будут ли спарринги в это время? Мы запланировали матч с Ростовом. Сейчас у нас будут выходные дни, потом будем готовиться, сыграем контрольный матч с Ростовом. То есть один матч, да, будет? Да.